В Европейском Союзе обсуждают введение санкций против Турции. Об этом пишут журналисты Financial Times. По словам репортеров издания, 6 западных чиновников рассказали о беспокойстве по поводу договоренности лидеров Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина расширить сотрудничество в сферах торговли и энергетики после встречи в Сочи. Однако официально в европейских структурах вопрос не поднимали ввиду того, что непонятно, что конкретно согласовали турецкие и российские президенты и как они будут реализовывать свои договоренности. Кроме этого, в статье идет речь, что принять решение о карательных мерах в отношении Турции на уровне ЕС будет сложно. Однако отдельные страны могут, например, ввести ограничения на торговлю и финансы или попросить крупные финансовые компании уменьшить вложения в турецкие компании. Источники Financial Times уточняют, что и эти шаги противоречат коммерческим интересам западных компаний. Кроме того, Анкара по-прежнему угрожает блокировать членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе. Эту и другие темы обсудим с военным экспертом Института Евроатлантического партнерства. Игорь Козий присоединяется к эфиру Freedom. Игорь, здравствуйте. 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 Игорь, как вы считаете, вот о чем может говорить даже появление такой статьи в прессе? Какой может быть реакция Эрдогана и что вы можете сказать о его сотрудничестве с Путиным? Ну, вы знаете, я не настолько близко знаю Эрдогана и не настолько близок к Путину для того, чтобы сказать, что они обговорили или что они знают или что не знают. А информация, к сожалению, которую мы сегодня имеем, она разная. Она имеет свои позитивные моменты, точно так же, как угроза Пескова уничтожить завод производства Байрактаров в Украине, и имеет свои негативные моменты, которые вы сегодня пробуете показать. Поэтому Анкара проводит свою последовательную, свою политику, вот, в которой она в том числе помогает и Украине, если мы возьмем вопрос зерна и вопрос, связанный с выпуском беспилотных платформ Байрактар. Поэтому сегодня прямо утверждать или, наоборот, простовывать, да, информацию относительно того, то, что Турция взяла какой-то свой непонятный курс, который нужно обязательно подводить под определенные санкции, знаете, немножко будет преждевременным. Давайте мы дождемся выводов политических экспертов относительно этого вопроса, и тогда военные вопросы станут более-менее ясным. Да, давайте сейчас поговорим еще о ситуации на линии фронта. Вот сегодня советник Офиса президента Михаил Подоляк за информацию о скором контрнаступлении на юге, которое сообщали в Офисе президента, является частью информационно-психологической операции, чтобы деморализовать врага. Как такого вот рода операция изменила сейчас положение дел на линии фронта, как считаете? Ну, для того, чтобы комментировать вопросы линии фронта, я бы в первую очередь, наверное, прокомментировал заявление бы заступницы министра обороны по этому вопросу, которая четко сказала, то, что желательно вопросы, которые связаны с тактическими задачами на линии фронта, не комментировать. Поэтому я немного воздержусь от комментирования, знаете, вопросов, связанных с линией фронта. Что касается, будем говорить, общей ситуации и общих заявлений на сегодняшний день Офиса президента, его администрации, то, на мой взгляд, секретаря Рады национальной безопасности и обороны, то, на мой взгляд, многие вопросы сегодняшний день более-менее становятся взвешенными, продуманными до конца. И здесь, на мой взгляд, не стоит сомневаться в том, что те или иные вопросы, которые сегодня Офис президента пробует, Игорь, мы сейчас не комментируем работу Офиса президента и спикеров Офиса президента. Мы хотим услышать от вас, как от эксперта Института Евроатлантического партнерства, ваше видение событий, которые разворачиваются сегодня на фронте, на театре военных действий, который развернут
сейчас на территории Украины. Если касаться театра военных действий, как вы говорите, то стратегическая цель и задача Путина, она остается неизменной. Ее, по-моему, несколько раз уже озвучивали в Кремле, и это в первую очередь связано с тем, что Украину хотят позбавить независимости. Украину хотят сделать подконтрольной. Ясно, что сегодня идет война за независимость Украины. Ясно, что мы сегодня то, что наблюдаем, оно никак не связано, будем говорить, с решением Кремля по поводу проведения каких-то миролюбивых мероприятий. Если взять отдельные направления, например, Харьковское, мы видим то, что Российская Федерация постоянно пытается поддерживать. Мы видим то, что сегодня производятся определенные усилия Российской Федерации в Донецкой и Луганской области, которые уже не один раз объявили, по сути дела, захваченной до конца, но еще населенные пункты есть, в том числе и в Луганской области, которые не оккупированы Российской Федерацией. Российская Федерация пробует увеличить свою группировку войск на южном, таврийском направлении. И мы видим то, что сегодня сбройные силы Украины успешно проводят общую оборонительную операцию, которая впоследствии может привести к позитивному результату, имеется в виду проведение определенных контрнаступательных действий, контрнаступательных операций. Можно ли говорить о том, что наши военные перехватили инициативу, и они теперь задают тон в этой войне, хотя бы учитывая то, что российские военные, услышав о скором освобождении юга и контрнаступлении, вынуждены были перебросить значительное количество своей техники на херсонское направление, таким образом реагировать на то, что диктует наша повестка, наши военные. Понимаете, чтобы утверждать это или наоборот отрицать это, нужно четко понимать сегодня положение вещей непосредственно на каждом направлении с точки зрения противостояния сторон, имеется в виду наличие сил и средств для противодействия. Мы четко видим то, что есть сегодня, будем говорить, создана ситуация, которую в шахматах обычно любят называть патовой. Да? То есть, в принципе, идет с одной стороны усиление фактически группировки российских войск, с другой стороны мы видим то, что происходит усиление вооружением, в первую очередь группировки вооруженных сил Украины. И вот это вот усиление на данный момент, оно уже привело к тому, то, что инициатива фактически сегодня не находится на стороне Российской Федерации. Да, Российская Федерация заинтересована в дальнейшем, будем говорить, проведение, знаете, такой гуманитарной политики путем обстрела населенных пунктов ракетами разных марок, разных модификаций, и тем самым, в принципе, принуждая население или, будем говорить, склоняя население Украины к тому, чтобы оно выезжало с тех или иных территорий. Однако в то же время мы видим то, что вооруженные силы Украины уже непосредственно на линии соприкосновения, как вы говорите, начинают работать более четко. Сегодня логистические фактически пути Российской Федерации, они начинаются уже контролироваться, они начинают уничтожаться. Мы видим то, что сегодня уже наносятся удары в Крыму. По крайней мере, хотя и есть заявление Российской Федерации, то, что это произошло именно из-за наличия, будем говорить, определенного вида боеприпасов. Ну что ж, можно только пожелать, чтобы этих боеприпасов было больше. Вот, поэтому сказать, что сегодня полностью перешла инициатива на ту или иную сторону, пока немножко рано. Однако процесс, который мы наблюдаем, он приводит к такому дальнейшему заключению, то что, по сути дела, мы можем ожидать уже определенные сдвиги именно в том плане, то что вооруженные силы Украины начнут больше и больше
перебирать инициативу на себя. Да, стоит только отметить, что наши военные пока никак официально не комментируют ситуацию, которая со взрывами, которые вы упомянули в Крыму, в районе Новофедоровки, на одном из военных аэродромов. Мы следим за этой ситуацией, обязательно наших зрителей проинформируем о природе этих взрывов. Игорь Козий был с нами на связи, военный эксперт Института Евроатлантического партнерства.